Жители Шахтерска снова бьют тревогу. Волнения нешуточные. Единственная в поселке общественная баня находится в ужасном состоянии. Мыться здесь некомфортно и даже опасно. Краны бьются током, штукатурка и кафель осыпаются. Шахтерцы боятся, что баню закроют совсем. 6 или 7 миллионов в баню вбили. Для чего непонятно. Через год там все подлетало. 2 или 3 года, 2,5 года, по-моему, назад делали снова баню, снова ремонт. Сейчас зайти в нее страшно. Нет ни вентиляции, плитка везде валится, везде грибок. Или надо баню делать под контролем, под чем-то. Не так вот частники пришли, сляпали, подписали и ушли. А именно конкретно, чтобы контролировал ремонт бани. Если закроют нашу баню шахтерскую, это будет проблема. Внутри сделайте реальный ремонт. Не отмывайте деньги, а ремонт сделайте реальный. У нас народ горячий в Шахтерске. Бывших шахтеров много еще осталось. Народ горячий. С нами нельзя шутить. 7 лет назад провели капитальный ремонт здания, потратив на это большие средства. Однако ремонт внутри бани был сделан некачественно. Вентиляция отсутствует, от сырости почернели потолки, кафельная плитка отваливается, состояние плачевное. Сырость, да, вот это все, вот эта влага, там как грибок. Вы сейчас посмотрите, там потолок весь черный, это грибок. Там дышать нечем, скоро сами заразимся грибком этим. Баня работает 3 дня в неделю. И даже в такие условия посетители приходят. И много. Чтобы не только помыться, но и провести досуг. Особенно баня нужна людям, которые не имеют возможности мыться дома. Таких в Шахтерске немало. Я пошел к Забилику, а он к Дорощуку. Ну и что, приехали? А мы не будем, у нас денег нету, мы ремонтировать не будем, значит, ее надо закрывать. Ее невыгодно держать, как мне сказал этот, Забила, потому что билет должен стоить 800 рублей в баню, а здесь мы платим за 200. С кого? С пенсионеров, с этих, у которых 15-20 тысяч пенсия. Шахтерцы, которые боятся остаться без бани, обратились за помощью к депутату собрания Углегорского округа Василию Самченко. Депутат составил и отправил письмо губернатору Валерию Лимаренко. Это обращение подписали больше 300 шахтерцев. Ко мне обратились с подписями там люди и о том, что баня будет закрываться. Соответственно, я, насколько... Как депутат я вынужден был обратиться. Вот. Я знаю истоки этой истории еще. Когда баня был произведен капитальный ремонт бани, тогда еще было Шахтерское городское поселение. Когда была приемка, я участвовал сам лично в приемке. Был сделан некачественный ремонт самой бани. Там были нарушения по вентиляции, и по самому качеству ремонта было нарушение. Соответственно, у нас сразу после этого капитального ремонта, я не знаю, каким образом были подписаны эти документы. Налицо нарушения, допущенные при приемке бани после ремонта, но никто не принял соответствующие меры. А ведь речь о неэффективном использовании бюджетных средств. Если в нашем районе везде так некачественно будут делать ремонты, то никогда никакого бюджета не хватит. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин, Углегорские новости.